Друзья, возвращаемся в студию. Конечно, вокруг этой нашей сегодняшней темы под названием «Без опыта работы не берем» возникает очень много вопросов. Дело в том, что здесь без, скажем так, компетентного специалиста, без его опыта, наставления, ну и вообще оценки всей ситуации на рынке труда, связанных, скажем так, с выпускниками, разобраться будет сложновато. Именно поэтому мы с этого и стартуем. Наш парад сегодняшних гостей, конечно же, стартует именно с этого. Мы рады, в первую очередь, представить Ольгу Назарову. Это проректор по учебной работе МГТУ имени Носова, доктор педагогических наук, профессор. В общем, наисолиднейшие люди сегодня у нас в студии, что очень лестно, приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время, к нам заглянули. В первую очередь, с какими чаще всего проблемами, скажем так, ну, на ваш взгляд, да, сталкиваются выпускники при поиске работы? Ну, то, что вы уже и затронули, конечно, это ожидания наших выпускников не всегда совпадают с тем, что могут им предложить работодатели и хотели бы предложить. Ну, действительно, без опыта работы не очень желательно работодатели принимают на работу. Я могу здесь только одно рекомендовать. Во время обучения в университете нужно формировать свое портфолио, нужно стараться во все возможные удобные моменты, в летние каникулы, в зимние, во время практики находить работу, стараться уже получить этот опыт, и тогда будет все замечательно. По-прежнему вот эта тенденция остается. Вот, например, в мое время, когда учились, выпускник, образование, все, меня сейчас будут на расхват, я же такой специалист, толковый, мне сказали, что я там еще и талант, ля-ля-ля. То есть вот это вот завышенное слегка ожидание. Да, к сожалению, оно по-прежнему остается. Да. А с чем оно связано? С зарплатой, с чем? Что не устраивает выпускников? Амбиции, может быть. Амбиции высокие. Высокие, хотят сразу должность руководящую с высокой зарплатой, конечно. Я такое хотела. Мне кажется, на последний курс надо вводить отдельный, знаете, такой урок. Ты не король, да. Окунание в реальность. Хорошо, но у вас есть целый центр, который помогает, скажем так, содействие трудоустройстве. Как именно он помогает? Расскажите. Мы соединяем, конечно же, работодателей и выпускников. Да, выпускников всех соединяем, потому что обращений очень много. Приезжают из разных городов, приезжают очень много встреч у нас организовывается, у нас работа идет и через сайт, и через личные встречи, оформление анкет, резюме, собеседование. Большая работа и предложение на сегодняшний день больше, чем выпускников. Ничего себе. А выпускники сами к вам обращаются, либо вы их как-то находите? Больше обращаются работодатели. Работодатели. То есть есть прямо отдельная категория, которой нужны молодые? Очень много предложений, причем разные социальные льготы предоставляют и подъемные и так далее. То есть, если есть желание работу найти именно у нас уже в университете, на выпуске это не только можно, но и нужно. А дальше уже, конечно, как себя покажет. Слушайте, ну это приятные новости, как-то полегчало, потому что мы думали, что совсем все плачевно, и как-то они, как котята, такие, ну и все, и тычите, сами ищите. Нет, еще и спросом, хорошо. Какие профессии, скажем так, пользуются спросом и, ну, на ваш взгляд, за какими будущее? То есть куда делать упор, куда пойти учиться? Ну, конечно, цифровая экономика – это IT-сфера. Это очень большой спрос, это во всех абсолютно отраслях, то есть здесь даже нельзя выделить какую-то. Так что IT-специалисты – это первое. Так. Спектр инженерных профессий – тоже отрасли назвать сложно, очень широкие спектры, и горно-металлургическое, и электроэнергетическое – разные. Третье – это педагоги, преподаватели, то учителя. То есть они сейчас требуются, да, все же? Да, да, хорошие учителя требуются. Да, и много. И четвертое – это экология. Экологические различные есть, да, особенности и специальности. И, соответственно, это связано с тем, что происходит у нас в глобальном мире. Скажите, а если заглядывать чуть-чуть в будущее, вот, ну, куда обратно же? В IT это безусловно. Сейчас да, все да. В IT пойдет. Какие-то, может быть, неожиданные профессии, какие-то, может быть, редкие дизайнеры, профессии. Дизайнеры, там, репетиторы для кошек. Ну, то есть все, что дома надо делать, ну, да? Да. Я так понимаю. Конечно, все, что связано с человеком, останется востребованным. И все, что не сможет сделать робот, это будет обязательно нужно. Этому нужно учиться. Поэтому человека заменить невозможно. Человек учится, чтобы что-то делать хорошее для другого да, человека. Да, да, да. Вот, вот, зачем будет. Но от вас, конечно, как от человека знакомого со всей вот этой ситуацией, опытного, дайте, пожалуйста, совет, как, скажем,
так будет, ну, советы, как найти первую работу, чтобы, скажем так, не пропасть на этом рынке труда. И не повредить себе, да. И какие ошибки, может быть, не стоит совершать? Ну, я начну с самых простых вещей, но очень важных. Это серьезное отношение к первой встрече с работодателем, это составление резюме. Нужно вычитать ошибки, нужно потратить на это, ну, минимум 2 часа, нужно отнестись к этому серьезно. Составлять резюме лучше для каждого работодателя отдельно, а не так, что один раз составил и нельзя, все, потому что да? есть специфика, эх, да. Копировать. Нужно не ждать обратной связи, нужно самому выходить, звонить, когда отправил резюме, спрашивать, какая ситуация, что происходит. Нужно уметь себя презентовать. С одной стороны, высокая самооценка, с другой стороны, иногда нужно показать свои какие-то черты. Но при этом, конечно, вот высокие запросы при первой встрече лучше пока придержать и не показывать. Поэтому подождать, что вам предложат, лучше показать себя. Ну и, конечно, владеть вообще ситуацией на рынке труда. Нужно все-таки ориентироваться, где требуется, кто требуется, как, чтобы понимать. Скажите, вот как будет правильнее, скажем так, на собеседовании быть честным, признаться, что, ну да, вот нигде не работал, пока что опыта нет, но вот образование такое-то, интересно, вот то-то, либо же как-то пытаться вот... Схитрить, там, предоставить, там, знаете, чтобы составилось мнение, что вы специалист такой, горячий молодой специалист. Угу. Да, лучше формировать портфолио с теми рекомендациями, которые уже у вас к этому времени будут, потому что это уже будет работать на вас. Хитрость всегда выявляется очень быстро. У нас работодатели серьезные, они имеют большой опыт. Сейчас, конечно, это не пройдет. Да, можно. Когда вот самые умные сидят, да, я сейчас... Значит, все расскажу, меня возьмут обязательно. Лапшина. Слушайте, ну, благодаря вам, в целом, понимаешь, обстановка в городе с выпускниками, с поиском первого, ну, в целом нормальная, да, как вы оцениваете? Я бы сказала, не в городе, мы работаем на регионы не только, к нам обращаются абсолютно с разных мест. Предприятия, ну, вот настолько различные, что иногда даже, ну, готовишься, чтобы с ними встретиться, не знаешь их специфику работы, обращений очень много, и мы можем предложить и не вне города работу, что, в принципе, сегодня очень интересно для наших ребят. Что бы мы делали без вас? Да. Друзья, на этой замечательной ноте остается только напомнить, что в гостях у нас была замечательная Ольга Назарова, проректор по учебной работе МГТУ Носова, доктор педагогических наук, профессор, ну и очень приятный человек. Спасибо вам большое, хорошего вам дня, замечательного настроения. Соединяйте сердца работодателей и выпускников дальше. И, конечно же, с праздником вас. День студентов, мы все-таки как, с ним очень как-никак тесно он вас... связаны. С праздником студентов. Да. Друзья, ну что ж, ну а мы движемся дальше на очереди. Следующий, скажем так, аспект нашей программы. Целый сюжет, посвященный тому, верят ли студенты в приметы. На сегодняшний день, 21 век. Ну, узнаем далее.